Здравствуйте, дорогие друзья! С вами опять я, Клавдия Корнева. И сегодня мы приготовим чернику через мясорубку. У меня здесь килограмм с кабачками и с сахаром. Кабачки 600 грамм, черники килограмм и килограмм сахара. У кабачков отрезаем эти хвостики с обоих сторон так, никаких, чтобы повреждений не было. Здесь семян практически нет, это молодые. Я их просто нарезаю, чтобы они прошли в мясорубку. Вот так. И все это прокручиваем через мясорубку. И вот у нас черника с кабачками уже. Видите, кабачки и черника. Все прокручено здесь. И я высыпаю сюда килограмм сахара. Ставлю на огонь. Закипит и будем проваривать на очень медленном огне 10 минут. В конце варки, буквально за минуту, добавим пол чайной ложечки лимонной кислоты. И вот наше варенье из черники варится. Варю я его 20 минут. Пробуйте, чтобы полностью кабачки сварились, чтобы не чувствовалось нигде сырых кабачков. Варенье очень вкусное. Вот сейчас уже осталось 5 минут, я добавляю пол чайной ложечки лимонной кислоты. Высыпаем. Размешиваем. 5 минут, и варенье наше готово. Будем закатывать в банки. И вот уже банки наши закатаны с черникой. Получилось 4 пол-литровых баночки. Очень вкусные, кабачки вообще не чувствуются. Так что и они очень полезны, вы сами знаете. Готовьте с удовольствием, радуйте своих близких.